приветствуем вас на нашем канале. Сегодня мы хотим вам показать, как приготовить свиные ребрышки, маринованные в киви и соевом соусе. Нам потребуется килограмм свиных ребрышек, одна луковица, 4 зубчика чеснока, 3 столовые ложки соевого соуса, 1 чайная ложка чили, 1 столовая ложка горчицы, черный перец, соль, яблочный или винный уксус, коричневый сахар и киви. Итак, и, естественно, блендер. Кидаем наш чеснок в блендер. Лук мы тоже в блендер положим. Берем 4 киви. Дальше мы берем 2 столовые ложки коричневого сахара. Даже возьмем чуть больше. 2 столовые и включаем. Теперь возьмем. Мы будем брать столовые, но возьмем. Грубо говоря, пол чайной ложки соли. Теперь 1 чайную ложку перца чили молотого. Чайную, я беру столовую, вы слушайте, чайную. И черный перец, ну по вкусу, тоже, наверное, чайную ложечку. Дальше возьмем 3 столовые ложки соевого соуса. Давайте даже возьмем, наверное, ложки 4 соевого. Две столовые ложки яблочного или винного уксуса. Это уже какой у вас есть под рукой. И столовую ложку горчицы. Так. Меняем ложку. Столовая ложка горчицы. Все это мы перемешиваем блендером, перебиваем. Даем, ребята, хорошенечко их перемешаем и дадим часик, а то и лучше пару часиков постоять им в холодном месте. Так, дорогие друзья, наши ребра промариновались пару часов. Мы разогрели духовку до 180 градусов и отправляем наши ребра в духовку. Вот наши ребрышки готовы. Они простояли час в духовке при температуре 180 градусов. Приятного вам аппетита. Не забывайте подписываться на канал и ставьте лайки. До новых встреч. Ждите новое видео.